This is the perfect. This is the perfect day. Уважаемые гости, сейчас я хотела бы обратиться к родителям наших молодоженов. Конечно же, сегодня особенный день и в жизни дорогих мамочек, папы. И, конечно же, сегодня сердца близких людей переполняют смешанные чувства. Радость, тревога и, конечно же, любовь. Ведь что может быть дороже для мамы и папы, чем собственный ребенок? И самое главное – желание у родителей. Конечно же, чтобы их дети обрели свое семейное счастье. Сегодня, уважаемые родители, ваши дети безгранично благодарят вас за все, что вы сделали для них, за то, что вы вырастили их и воспитали. Ведь именно благодаря вам сегодня Евгения и Александр перед нами. Уважаемые гости, ну а сейчас наступил тот самый момент, когда я попрошу наших почетных свидетелей расстелить нашим молодоженам свадебный рушник. Ведь есть прекрасная свадебная традиция. Я понимаю ваше нетерпение, вам очень хочется узнать, кто же будет главой в семье. Вы знаете, есть такая примета, кто на рушник ступит первым, тот и будет главенствовать в доме. Евгения, Александр, я прошу вас хорошо подумать и ступить на рушник. Ну что ж, по-моему, все прекрасно, правда? Уважаемые гости, дорогие родители, конечно же, в семейной истории каждой пары есть день, который вспоминается как и день свадьбы с особенным волнением. Это день, когда было сделано предложение. Представьте себе 10 августа 2015 года. Много гостей, чудесный праздник, танцы, оживленное застолье. Это был день рождения Евгении. И вдруг в один момент совершенно неожиданно Женя, повернув голову, увидела прямо перед собой да-да, венецианца. Она совершенно растерялась и даже не знала, что делать. Она поискала глазами Александра и нашла его. А венецианец грациозно поклонился и предложил свою руку. И Женя, совершенно очарованная, вышла вместе с ним на площадку перед отелем. А там только для нее уже звучала волшебная музыка, и на импровизированной сцене, на ее глазах, в танце рождалась любовь. Кульминацией стало фаер-шоу, в финале которого появился Александр с роскошным букетом цветов, и словно принц встал на одно колено и просто сказал: «Ты ждала этого очень долго. Я надеюсь, ты согласна?» И, конечно же, Женя ответила «да». И в тот самый вечер стала самой счастливой невестой. Очень долго. Я писал строки, писал стихи. Но я понимаю, что я сейчас просто не способен их сказать, потому что меня переполняют чувства. И я тебе обещаю, что на протяжении всей своей оставшейся жизни эти чувства будут всегда рядом с тобой. Я верю в нашу силу, как пары. И я всегда буду бороться за наши отношения. Вот. Я ни на миг не оставлю тебя. И не буду жить без тебя. Я тебя очень сильно люблю. Любимый,
Я благодарна судьбе, что она мне подарила такого замечательного мужчину, как ты, который является для меня надежным другом, опорой, поддержкой. Мне всегда с тобой весело. Каждый день с тобой проведенный — это незабываемое время. Я обещаю тебе быть любящей женой, как и эти все года. Вот. Становиться для тебя еще лучшей. Хранить семейный очаг. Создавать домашний уют. И, надеюсь, наша любовь становится с каждым годом, будет все крепче и крепче. Я тебя люблю. Готов ли ты взять в законные жены Евгению? Жить вместе в супружестве, любить ее, заботиться о ней, гордиться ее успехами и быть ей верным. Евгения. Конечно, да. Без вопроса. Конечно, согласна. Тогда в знак единения ваших судеб, ваших жизней, я прошу вас обменяться кольцами. Общую фамилию Скляр. Объявляю вас мужем и женой. Is it the look in your eyes, or is it